Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Prius. Ремонт переда. Капот, передние крылья, бампер, фары я буду менять. Остальное буду ремонтировать. Начинаю ремонт. Первым делом установил машину на стапель. Разбираю перед автомобилем. Итак, машина разобрана, и я буду тянуть сразу два лонжерона. После вытяжки я сниму радиатор и телевизор. Тяну и мерю диагонали лонжеронов. Затем опять тяну и опять мерю. Лонжероны вытяну практически до одинаковых размеров, и теперь снимаю радиатор, усилитель бампера и телевизор. Теперь дотягиваю лонжероны. Диагонали лонжеронов и высота их должна быть одинаковой. Теперь высота и диагональ лонжеронов одинаковы. Теперь я вытяну и выровняю вот этот вот залобчик. Итак, на кузове металл я отравнял, снятые детали равняю на столе.
и исправленные детали устанавливаю обратно на кузов. Также устанавливаю остальные части передня, капот, фары, бампер и регулирую зазоры. Перед собран и все зазоры в порядке. Последнее, что мне осталось сделать, это небольшую вмятину на передней двери. Равнять буду при помощи споттера. Работа с металлом закончена. Отдаю машину для покраски. Итак, машина покрашена. Собираю ее.
Машина собрана, и ремонт этого авто закончен. Всех деталей, которых не хватает, установит сам хозяин. Ремонт занял 8 дней. 4 дня работа с металлом и 4 дня покрасочной работы. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!